Всем привет, с вами Избан. В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для магнит-симулятора. Я знаю то, что этот плейс, в принципе, давным-давно устарел, но я все чаще и чаще замечаю то, что здесь довольно неплохой онлайн. Постоянно довольно много людей играют. Вот. Я, в принципе, так подумал, почему бы для вас не найти крутой скрипт, с помощью которого вы сможете быстро прокачаться. Тем более, я думаю, будет интересно здесь погонять с читами, кто еще ни разу не гонял. Буду использовать свой чит, свой личный, ссылочка на него будет в описании. Здесь вот это вот стираем, оно нам не надо. И нажимаем кнопочку Inject. Так, ждем, пока мы заинжектимся. Сейчас должна появиться Easy Exploit иконочка. Да, все отлично, все сработало, мы заинжектились. И вставляем вот сюда скрипт с описанием. Нажимаем Xcode. Так, вот он грузится. Сейчас ждем, пока он загрузится. Тут, в принципе, самые основные функции, которые вам помогут быстро прокачаться. Так, вот он появился. Вот это сразу, в принципе, можно отодвинуть, чтобы оно нам не мешало. Так, вот это немного повыше поднимем, чтобы не закрывало счетчик инвентаря, то есть вместимость. Так, ну и поехали с первой функции автофарм. Ну, как видите, в принципе, все работает. Вот, как я только продал, сразу же за одну секунду еще заполнил свой рюкзак. Также вторая функция автосел. То есть все работает, все отлично, все прекрасно, как видите. Оно продается и сразу наполняется полностью, забивается рюкзак. Так, ну давайте, в принципе, пока что отключим. Я думаю, самое время одеть питомцев крутых. Так, значит, одеваем вот этого. Потом доги. Так, ну, я думаю, в принципе, мы всех сможем одеть. Вроде бы как, места должно хватить на одевание. Так. Ну-ка. Ага, еще одно место свободно. Давайте сейчас тогда откроем один раз вот это яйцо. И, в принципе, будет максимальное количество питомцев одетым. Так, мне выпал какой-то питомец. Новый, по-моему, у меня его нету. Да. Ну, конечно, умножение такое себе, если честно. Так, ну, давайте сейчас, в принципе, включим автофарм и автосел. Ну, как видите, я сейчас намного больше получаю. Все прекрасно работает. Также давайте тпхнемся вот сюда. Так, давайте пока отключим, чтобы не мешало. Так, чтобы мне сделать 200 тысяч реберстов, мне нужно 58 СП. Ну, мне, в принципе, хватает. Здесь, значит, выбираем 200 тысяч, включаем. Как видите, все работает. Также можно одновременно включить автофарм, автосел и автореберст. Вот, смотрите, как у меня быстро прибавляются реберсты. Вот, это все делается автоматически. Все прекрасно работает, как видите. Вот, в принципе, довольно полезные функции. Так, ну, в принципе, давайте пока что отключим. И следующая функция — это автоклевер. То есть за вас автоматически будет собираться клевер. Ну, как видите, все работает. Все прибавляется. Вам, получается, ничего делать не надо, лишь только быть в игре и все. Так, ну, давайте идем дальше. Экс, яйцо. Так, тпхнемся на начальную локацию нашу. Особо дорогое яйцо. Я думаю, не будем открывать. Давайте повыше поднимемся. Так, скорость бега больно большая. Так, у меня сейчас 10 сикс. Не знаю, сколько это, наверное, сикстиллиона. Но, может быть, и нет. Так, в принципе, можно повыше, я думаю. Так, ага, тут уже совсем дорогое. Окей. Так, идем тогда сюда. 1-2 сикстиллиона. Если не ошибаюсь. Так, значит, ищем название этого яйца. Это гост яйцо. Так, все, вот мы нашли. И включаем эту функцию. Как видите, наши токены потратились. И, как видите, очень быстро открывается яйцо. То есть, если вы будете сами открывать, оно так быстро открываться не будет. Так, давайте зайдем в инвентарь. Ну, вот они, в принципе, у меня эти пэты. Как видите, они остались у меня в инвентаре. Вот. Так, ну, следующая функция — это, получается, автооткрытие шляп.
Давайте откроем, на какой у меня хватит тир. Так. Так, вроде бы дальше можно идти. QN, вот. Так, это спуки, получается, чест. Окей, ищем название. Вот, спуки чест. Так, включаем. Как видите, тоже очень быстро открывается. Я не знаю, прям за секунду, наверное, где-то 10 сундуков, мне кажется, может, даже побольше. Вот. Так, заходим через шляпы. Вот они у меня появились, как видите. Все, в принципе, тоже работает. Так, ну и следующие две функции, в принципе, это самые простые функции, просто телепорты. Main Arena — это начальная локация, то есть, где вы появились, когда заходили в игру. И Reverse Arena. Получается, вы сразу сюда тпхаетесь и можете тпхнуться в следующую любую локацию, которая у вас открыта. Вот, ну, в принципе, у меня на этом все. Скрипт довольно крутой. Так что, кому понравился, можете использовать. Ссылочка будет в описании. С вами, как всегда, был Acebun. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.